Какие красивые птицы! Мы должны немедленно их изучить. Ты совершенно прав, Тюк. Откуда только в них столько энергии? Хотя мы за ними бегали целый день. Ты совершенно прав. Откуда только в них столько энергии? Хотя мы от нее бегали целый день. Ну что ж, всем привет. Тюк, с погляди, вами снова я, Андрей здесь Никодов, написано. Мы продолжаем. Добро пожаловать в чайные сады бодрости. Древний компьютер мы Странно, продолжаем устанавливать. Странно, Тюк, все системы. Вокруг полны сил. Мы закончили на Windows 95, кроме и сегодня нас. Мы начинаем Тут установку Windows 98. Подумать. Что это, блядь, ну, за довольный смайлик? Я не это помню же чайные сады. Бодрость содержится в листьях чайных кустов. Система, нам да, нужно заменим Windows 95, добыть бодрость который у нас глючено поставился в прошлый раз, поставим чайника. 98 я чувствую прилив нуля, сил, какие красивые птицы. Итак, мы должны немедленно их изучить. Ты да, я знаю, россияне славятся скоростью чтения лицензионного соглашения. Откуда только в них столько энергии? Все, я прочитал, блядь, я согласен. Хотя мы за ними бегали целый день. Ты родной серийный номер J3Q4HTML. Откуда только в них столько энергии? Хотя мы от нее бегали целый день. Тюк, погляди, что здесь написано. Добро пожаловать в чайные сады бодрости. Странно, Тюк. Мозг, а не нужен бог. Вокруг полны сил, памятью. Все, кроме великому нас. Моему сожалению. Тут нужно бумажно подумать. Смотрите, я уже почти нормально разговариваю, ну, конечно. Это же чайные сады. Бодрость содержится в листьях чайных кустов. Нам Дед нужно поиск свободного места, блядь, на диске. Что ты такое выискиваешь, блин? Обычно свободное место на диске. Я чувствую прилив сил. Какие красивые птицы. Мы должны немедленно их изучить. Ты совершенно прав, Тюк. Откуда только в них столько энергии? Хотя давай, дедушка, за ними бегали целый день. Ты совершенно прав. Откуда только в них столько энергии? Хотя мы от нее бегали целый день. Моя Россия, Тюк, давай. Погляди, что да, здесь написано. Любая, добро да, пожаловать в чайные сады бодрости. Так, странно, что? Тюк. Все вокруг полны сил. А, нет, все, не надо. Кроме нас. Тут нужно бумажно надо подумать. Дисков, давай. Ну, конечно. У меня даже нет. Это же придурок, чайные что ли? Сады. Укуренный совсем. Бодрость содержится в листьях чайных кустов. Это стресс, это нам нужно 98. Просто откиньтесь на крест, добыть на спинку кресла и подождите. А я отдохните, пока не жестко 8 устанавливаю наш компьютер. Я блядь, ну хорошо. Хорошо, я еще пивка не буду, какие не против. Какие красивые птицы. Во время установки вы узнаете о новых замечательных возможностях Windows 98 и о некоторых из наиболее важных функций системы. Тюк. Давайте, давайте, новые возможности. Как энергии. Это мило. Хотя о, индикатор загрузки появился, все, пошла установочка, видите? Ты уже не так быстро, как 3.11. Откуда только в них столько энергии? Хотя мы от нее бегали целый день. Тюк, погляди, что здесь написано. Добро пожаловать в чайные сады бодрости. Странно, Тюк. Все вокруг полны сил. Все, кроме нас. Тут нужно бумажно подумать. Ну, конечно. Это же чайные сады. Бодрость содержится в листьях чайных кустов. Во времена Windows 98 центром развлечения было главное развлечение. Windows 98 было все ранее Билла Гейтса, который предоставлял должен был предоставлять рекламу на окошках с ошибками, потому что это была охуенная рекламная площадка. Окошки с ошибками в Windows 98 имели миллионы просмотров. Откуда только в них столько энергии. Простата использованная, да. За ними бегали целый день. Когда устанавливали Windows, он прислушал, он говорит, простата использованная, да. Откуда только в них столько энергии. Хотя мы от нее бегали целый день. Тюк, погляди, что здесь написано. Добро пожаловать в чайные сады бодрости. Ну да, проще, конечно, 95-й. Странно, Тюк. Все вокруг полны сил, все, кроме нас. Тут нужно бумажно подумать. Ну, конечно. Это же чайные сады. Бодрость содержится в листьях чайных кустов. Нам нужно просто добыть бодрость из этих листьев. С помощью чайника. Я чувствую прилив сил. Какие красивые птицы.
Мы должны немедленно их изучить. Ты совершенно прав. Тюк, откуда только в них столько энергии? Хотя а мы что, еще в интернет выйдем? За ними бегали целый день. Попробуем. Ты совершенно прав. Откуда только в них столько энергии? Хотя мы от нее бегали целый день. Интернет-эксплойер, интеграция. Погляди, что здесь написано. Добро пожаловать в чайные сады бодрости. Странно, Тюк. Вокруг полны сил, всех кроме нас. Прекрасный набор программ, тут нужно это круто. Бумажно подумать. Круто. Ну, конечно, давай, это же давай. Чайные сады. Двигай жопу, бодрость двигай. Содержится в листьях чайных кустов. Нам нужно просто я добыть боюсь, бодрость из этих листьев. С помощью чая. Я чувствую прилив сил, это какие красивые ебаные. Птицы. Потому что мы должны немедленно их изучить. Ты совершенно прав, она Тюк. Тупила, тормозила ужасно сильно. Только энергии. Хотя как накуренная. Это, короче, Виста — это накуренная семерка. Целый день. Если семерка работает хотя бы быстро и стабильно, прав. То Виста, она выглядит только примерно так же, как семерка, только но при этом энергии. Тупит, хотя как накуренный Иосиф Кобзон. А Иосиф Кобзон, когда накуривается, пишет Тюк, свои погляди, песни. Погляди, что здесь написано. Свои Висты, добро пожаловать в чайные сады бодрости. Если я хочу установить Висту, я попрошу соседей включить Кобзон. Это одно и то же. Вокруг полны сил, всех кроме нас. Да, да, да. Тут конечно. Нужно бумажно подумать. Ну, конечно, это же чайные сады. Бодрость содержится в листьях чайных кустов. Нам нужно просто добыть бодрость из этих листьев с помощью чая. Я чувствую прилив сил, какие красивые птицы. Мы должны немедленно их изучить. Ты совершенно доступно, прав, Тюк. Откуда видео, только в них столько энергии? Ау, ну, было, хотя видео, мы была, за ними бегали что, целый день. Части. Ты типа, Дюкнюк, совершенно там, прав. Откуда только в них уже были, столько энергии? Хотя и мы от нее бегали целый было. День. То, что и по сей Тюк, день погляди, я что здесь написано. Писал, добро пожаловать что касается видео, в сады бодрости. Странно, Тюк. Все вокруг полны сил. Все, кроме я помню, что у меня был «Властелин колец» первый. Тут бумажно подумать. Ну, конечно. В дисках это же чайные сады. Маленькая, бодрость конечно, содержится в листьях чайных но кустов. Но по тем временам, блядь, это нам было нужно круто. Просто и вот добыть бодрость из этих листьев с помощью чайника. Я чувствую прилив сил, какие красивые птицы. Мы должны немедленно их изучить. Похожая на современную. Совершенно конечно, прав, конечно, тогда не было, Тюк, но была вот такая тема. Откуда только в них столько энергии? Хотя мы за ними бегали целый день. Ты совершенно прав. Это откуда круто. Только в них столько энергии? Блять, какой коммунистический лозунг. Хотя мы от нее бегали целый день. По потребности. Тюк, погляди, что короче, здесь написано. Шрифты, добро пожаловать в чайные сады бодрости. Странно, Тюк. Ну, вот, все вот вокруг вот полны размера, сил, вот все кроме нас. Тут нужно бумажно подумать. Знаешь, кликаешь сразу подумать. 5 иконок, ну, 5 программ сразу запускается. Это же чайные сады. Попадешь. Бодрость содержится в листьях Если чайных кустов. Нам нужно Windows. Просто да, добыть конечно. Бодрость из этих листьев с помощью чайника. Я чувствую прилив сил. Какие красивые нет, птицы. Не пришло сейчас нас. Мы должны немедленно их изучить. Я искренне надеюсь, что она будет без такого же круто, как 95-я. Откуда только в них столько энергии? Не знаю, хотя не знаю, сейчас мы за ними все, бегали поехали. Целый день. Ты давай, совершенно родной. Прав. Откуда давай. Только в них столько запись, энергии? Дискация. Хотя мы от нее бегали запись. Целый день. Сука, ну пожалуйста, Тюк, не загрюч. Погляди, что здесь написано. Добро умоляю, пожаловать не, в чайные сады бодрости. Берем бубны и пляшем. Странно, Тюк. Не загрюч, все не загрюч. Полны сил. Не загрюч, танцы с бубнами было типичное тут действие нужно во время бумажно подумать. Ну, конечно, потому как, это же чайные сады, бодрость содержится важный, в листьях чайных кустов. Нам нужно просто добыть бодрость из этих листьев узнать, с помощью чайника. Я чувствую прилив сил, какие да, красивые да, птицы.
Мы должны немедленно их изучить. Я сейчас не на VMware, ты я на Microsoft Word 2007 Тюк. Сейчас. Откуда древняя программка, древняя, но доработка. В ней я тоже как-то ставил в 98-м. За ними бегали целый день. 2007, она работала очень хорошо, и поэтому я решил только в них не проводить опыта и поставить хотя Windows 98 именно в ней. Бегали. Итак, сейчас настройка сама настраивающегося оборудования плагин Play. Это добро пожаловать в чайные сады бодрости. Что там, звуковая карта и все прочее. По идее, все вокруг полны сил, реализованный автоматом должен уйти. То есть аудио тут нужно бумажно подумать. Ну, конечно! Это же чайные сады. А это означает, бодрость что содержится в листьях чайных кустов. Нам нужно просто добыть бодрость из этих листьев. Все это я попробую реализовать. Может, даже офис поставить. Я чувствую прилив сил. Какие красивые птицы. Так, это что происходит? Мы должны немедленно их изучить. Драйвер. Ты совершенно драйвер, прав. Короче, для всех устройств, которые откуда у нас только в них столько энергии. Хотя мы за ними бегали целый день. Разрешение остается 10 минут. Совершенно прав. Откуда только в них столько энергии. Хотя мы от нее бегали целый день. Тюк, погляди, что здесь написано. Добро пожаловать в чайные сады бодрости. Странно. Продолжаю тикать. Все вокруг полны сил. Все, кроме нас. Тут сейчас нужно бумажно подумать. Страну, ну, конечно. Уганду, например, это же чайные Европе. Сады. Бодрость содержится в листьях чайных кустов. Закажу кустов. Я в универ. Там нам негр. Просто там негр. Добыть бодрость из этих листьев. Жириновский говорит, ну, знаете, такие комиксы с Жириновским. Это я чувствую прилив сил. Какие красивые птицы. Мы должны немедленно их изучить. Игры рака. Ты совершенно прав.